Фу. Поэтому рыба должна открывать рот. И глаза. Вот Костя пытается поймать чего-то. Да, впереди два рыбака, ничего не могут поймать. А, профессиональные, а тут два. Так, любители. В прошлом году здесь не были, поэтому не ходили. По мосту-то уже было не проехать. Пешком никто не хочет тащить. Здесь-то еле-еле дошли. Все устали. Ничего, что задом наперед-то? Резкий поворот и косогор. Ну, она так вот плюхнешь просто весом, Андрюха там весь на измене. Порхаются. Если бы кто не понимающий стоял бы рядышком и слушал, ты залезь, я лягу, а потом дам тебе в подсад. Thank you.
Нифига себе, у тебя акула. Есть, 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 есть. Что тут такое? Карил, что ли? Или окунь? Ой, это же жирик, я думаю. Нет? Так. Ну, в принципе, тут стоит. Так. Веревка-то где у нас? Что вообще такое? Это ясь. Ясь. Ну как тебе сказать, для своего подвида, да? Для щуки мала, для окуня велика. GoPro стоп видео. Бывает на рыбалке. Да, Костя? Нормально. Нормально. Режу сам себе. Лучше бы эти влоги. Что ж такого съешь-то? Поедечка. Какой выбор, ничего не ловишь, это же надо. Да как ничего не ловится? Езя поймал, Саню поймал. Хорошая косодака. Миражик, да? Наливай. Да. Андрюха все отказывает от каски. За щуку даже не выпьет. За щуку не выпьет. А, Андрюха. Моя доля ушла, он так на ремонт. Спасибо. Если бы я и выпил, сука, идет кровь и все. Ты его в это, вот так вот зажми, Саня. Вот так и придави. Можешь так. Сейчас попробуем что-нибудь. Оторвем откуда-нибудь ремок. Когда же пройдет нормальный ледоход, который все это прочистит, всю эту беду?
А? Прости. Долго не пройдет. Йоу. Чего дела? Да. Только неудобно. Воды много, толку мало. Вот он какой, раненый герой. Вот так вот им, Костику, вот так, вот так. Дом, вон. Немножко осталось. Тоже что-то снимает. Старый Верховский мост. Вон Саня. Здорово, Саня. Дон. Здоровый, Дон? Саня. Дон. Здоровый, Саня. Смотри, как они мучаются. Смотри. Вот как ты будешь так? Зашмыкано. С моим пальцем. Никак. Видишь, он боится. Он очкует, я бы сказал. Он же подводник, а не надводник. Под водой там все понятно. Вова, под водой-то все понятно, там дорогу видно, да? Им-то хорошо. Они-то наловятся. Да. Сейчас пойдет рыбалка. Рыба до сюда вся доходит и останавливается. Больше мы наверх не пойдем. Вы не обращайте внимания, там на заднем плане какой-то дедушка-пердунишка что-то сам с собой разговаривает. Ну, причем приятно же поговорить с приличным человеком. О, Саня, это Саня. Там он что, отдыхает? Только не говорите, что тоже палец. Не повторяй. Вова, не спи. Немножко цикит-цикит помучились и перешли мост. Фактически форсировали Днепр. Да, мы же не знаем, может, там форсируется. Устал, Андрюх. И сразу стало тихо. Сейчас ее приподнимет. И что, стоим? Блин, опять что ли не у воды?